Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ну что же, золотая лига у нас с тобой, 21 ранг. Играем пока за разгрома. Кстати, подожди к секунду. Я кое-что хочу, друзья мои, поменять. Я возьму, пожалуй, одну карту. Вот она. Вместо... Давай вот так, наверное, мы с тобой удалим. А вот эту возьмем. Если кто не знает, то этот зомби у нас при использовании все растения получает минус один, минус один. Чихающий зомби, короче. И растения, и героя нельзя исцелять. Я так понимаю, пока эта зомбариха будет у нас с тобой находиться в руках. Ну что, выбираем и играем. Не знаю, попытаемся сегодня дойти с тобой до 22 ранга. Если у нас быстро все это дело получится, то я хочу поиграть еще за растение. Но мне кажется, что вряд ли у меня тут быстро все это получится. Так, мы с тобой играем против Бабаха. Ну, куда же без него-то, да? Без родного. Так, ход зомби. Нет у меня первого хода. Он тоже не стал ничего делать, интересно. Чувачок 100% на минах сидит. А мы сейчас проверим это дело. Будет ставить мину сюда или нет? На эту дорожку. Нет, не мину, он поставил фисташку. Так, он поставил фисташку. Ну, что мы с собой можем сделать? Так. Ну, это ты зря, конечно, парень. Этого я тебе не позволю. Это раз, а вот это вот будет у нас два. Поехали. Погоди-ка, я какую колоду взял, ё-моё? Это что еще? Что это за колоды? Я попутал по ходу дела, да, друзья мои? Я взял не лиговскую колоду. Далеко не лиговскую, ты понимаешь? Так, перемещает и вытягивает карту. Да, ради бога. Ради бога, как хочешь. Вот так он делает. Ладно, поехали. Да. С такой колодой-то я даже не знаю, что мы с тобой будем делать. Так, ну, во-первых, этого мы вот сюда поставим. Что у него там? Ага. Шипы. Ой, зря, зря ты, парень, это все делаешь. Так, мы пока с тобой ничего не будем применять. Так, ну мы с тобой по любасику вытянем карту. Причем карта неплохая. Вот так. Ну что же, я сделаю, наверное, вот таким вот образом. И вот таким. Смотрим, что он будет сейчас тут предпринимать. Он, конечно, может кого-то поставить сюда, на шипастую лужайку. Тогда мой зомби погибнет, грубо говоря. Но он вон что чудит. Поехали. Так, что мы с этим будем делать? Уничтожать, как только вот. Вопрос в чем? Как мы его с тобой будем уничтожать? Вот так вот, наверное, да? И пока никак. Кое-что я хочу здесь сделать. Виноградина. Вот об этом я тебе говорил. Так, ну это тоже ничего страшного. Ха-ха-ха, он спас. Так, здесь нам что лучше сделать? Давай, наверное, мы с тобой вот так вот применим. Да? Я думаю, это лучший вариант. И плюс с тобой еще хильнемся. Поехали. Так, мину будет свою вставить, да? У тебя же там мина, 100% тебе говорю. Окей. Ну что же,
Поставим с тобой сюда призрака. И у нас есть с тобой две заклинахи, очень хорошие. Нет, парень, нет, это тебе не поможет, и это тоже не поможет. Так, плюс 4. Куда ты его хочешь? Сюда переместить, что ли? Сюда даже. Это глупо, кстати. Так. И вот так. Поехали. Так, ну что, у него остается 3 хп. Правда, сработает защита, но это ничего страшного. Ореху крышка. Ореху, ребята, крышка. И смотрим, что он сейчас будет здесь делать. Ну и чё? Ага. Вот так ты решил, да, значит? Где ты мину поставишь сюда? Я же знаю, что у тебя мина сейчас вышла. Все растение получает плюс один, плюс один. Даже так. Все, друзья мои. Ему ничего здесь не помогло. Я думаю, у него сработает... А, так у него сработал. Когда мой этот на драконе, да, бомбанул, у него сработала защита. Все, призрак добил. Нанесите 20 нептусью. 20 единиц урона нептусью надо нанести. Так, ну что, первый бой... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. Фух, смотри. Ну, конечно же, не та колода, ребята. Вот моя колодушка-то, которую я обычно играю, верно? Она же. Ну-ка, дай-ка гляну на изменения. Погоди. Да нет. Это не та колода. Вот она, моя колода. Да, вот теперь я узнаю. Хм. Все, отлично, ребята. Вот эту колоду я и забираю. Так, точно она, да? Так, 23 ранг мне поставили в противовес моему 21-му. Причем здесь еще, как ты видишь, орешек. Ёпрсте. Погоди, опять не то, что ли, взял? Этого у меня... Вообще, что кто-то у меня тут полазил. Поменял все. Так, ладно, вытягиваем карту. Ух ты. Откуда у меня такая карта? Ее не было никогда. Что вообще происходит? Я не пойму. Что-то поменялось, что ли? Или что? Мину потратил, надо же. Ради бога, меняй. Меняй, обмен так обмен. Так, что у нас тут? Я ничего не могу сделать. Фисташки. Что за мода на фисташки пошла? Я что-то не могу понять. А? Ребят. Кто мне в конце концов скажет, что это такое у них тут? Давай вот так вот сделаем. Надеюсь, у тебя нет пожирателя. М-м-м. Ради бога. Поехали. Так. Пим-пим-пим. Да-да-да, именно пим-пим-пим. Так, выставим с тобой, наверное, вот этого. Колизей. Я пока ничего не буду ставить, друзья. Перемещает. Перемещай, я же все равно его шлепнул. Удвоение растению. ХП. Что-то здесь не то, ребята. Что-то здесь не то, я тебе говорю. Окей, давай даванем, наверное, с тобой орех вот этот вот. Водяной. Так. Что он тут придумал, а? Вот что мне непонятно пока. Что-то мутит, мутит. Давай-ка мы, наверное, с собой вот этого залечим. Что он там будет предпринимать? Ага, кабачок потратил. Вот это уже хорошо. Он потратил кабачок. А мы с тобой... Вызовем вот этого зомби.
Нет, мы вызовем с тобой вот этого зомби. Зомби-галактический йети. О, как прекрасно. Замечательно. Фисташечку вызвал, да? А мы же ее будем сейчас преследовать. Ой-ой-ой-ой, что он там усиливает, да, их? Усиливает. Погнали. Так, уничтожили моего йети, бедолагу. Все, да? Довольные такие. Ну что, я не знаю, ребята, мы можем, конечно, поставить вот этого вот. Но лучше всего вот этого. Посмотрим. Ты посмотри, а? Все-то у него есть. Ладно, фисташку мы с тобой уничтожили. Ага. Ребята, это не так. Не та колода. Давай я так сделаю. У тебя опять кабачок там есть или что? Ага, нет у тебя кабачка, да? Он, надеюсь, же что-то там получит, кукурузу. Ну и фиг с ним. Так, погнали. Так, усиливаем с тобой нашего зомбика. Так, хиляемся. Так, дальше у нас есть челюсти. Есть челюсти, а есть у нас с тобой. А давай. Нет, это, наверное, не будем с тобой делать. Хм. Давай, наверное, вот так вот все-таки замутим. Посмотрим, что он тут предпримет. Орех. Понятно. Не удивлен абсолютно ничему, ребята. Абсолютно ничему не удивлен. Поехали. Так, этого уничтожаем. Так, ну, хинуться мы успеем, да? А, нет, не успели. Жаль. Ну что, тогда мы сделаем с тобой вот так. И вот так вот. Что он на это скажет? Со своими орешками, фисташками и прочей ерундой. Все? Все, что ты мог сделать? Окей. Мы с тобой делаем следующий ход. Вот так вот он будет выглядеть. Все, он сдался, он понял. Конечно же понял, что тут труба дело. А я еще и колодой сыграл, не той, которой надо. Да, не той, которой надо. Так, ну что, мы с тобой... Нет, еще пока не переходим. Нам нужна как минимум еще одна победа. Как минимум. Ну что? Поехали. Попробуем с тобой сделать эту победу и сыграть за растение. Так, ну что, нам дали с тобой 22 ранг. Опять орех. Убираем это. Убираем это. Блин, а я что, короля брал, что ли, к себе? Ну, видимо, брал, раз он стоит у меня. Так, размещает стен орех. Ладно, пускай будет твой стен орех тут стоять. Мне он пока никак не мешает. Так, а мы с тобой... Давай вот так, наверное, сделаем. Будет на него базариться или нет? Как думаешь? Базарится, ребята. Карту мне дает еще при этом. О, йети. Ты что-то вот это мне уже не нравится. Так, ну что, будем вызывать тогда зомби? Вот этого. Хотя... Ага.
Блин, я пропускаю ход. Убираем вот этого хлыща. Все, отлично. Дальше что делаем с тобой? Наверное, дальше мы сделаем с тобой вот так вот. Ну, в принципе, прекрасно. Кого он сейчас будет выставлять, правда, не знаю. Блин, где мой аэрозоль? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что я не поставил этого зомби, а так бы он его сейчас съел бы. Так, ладушки. Блин, что сделать-то? Ну, давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Оу, слушай, неплохо. Неплохая картишка нам выпала, кстати. Охотничьи угодья. Жалко, конечно, мы сюда их не можем бросить. Ой-ой-ой. Что-то мне вот это не нравится все дело. Вот это мне не нравится. Надо как-то его уничтожать, что ли? Как, через эволюцию, если только? Через эволюцию. Эволюция у нас тут 4. У меня нету карточки за 2. А этот у нас что делает? Уничтожает всех растений 2 и ниже. 2 и ниже. То есть мы можем с тобой сделать 3 и 3, верно? Верно. Так, сделаем с тобой таким вот образом. Ух. Поехали. Давай этого, этого и вот этого уничтожай. Четко все. Все четко, как в аптеке. Опа-на. Ты смотри, что делает. Так, ладно, мы его с тобой можем уничтожить, в принципе. Мы с тобой его можем уничтожить. Опять же через эволюцию, верно? Так, ну вот сюда вот так сделаем вначале, да? Да и плюс ко всему, наверное, вот так вот. Посмотрим. Что он там делает? Ай, это фигня. Шипы свои эти. А-а-а, через отхилочку хочет работать, да? Через отхилочку хочет работать. Хе-хей. Так, ну что, угодья мы с тобой бросаем. Да вот сюда мы их бросим. Так, поехали. Что нам тут выпадает? Ну давай подлечимся, фиг с ним. Так, вот подсолнухи, конечно, это бесявые. Мы с тобой можем применить, в принципе, аэрозольку. Уже поздняк аэрозольку применять. Мы с тобой можем сделать только лишь... А чё я паникую-то? Подожди, подожди, подожди. Мы с тобой сделаем вот так вот. Хопа, да? Нормуль, нормуль, я считаю. Так, и еще. Вот так вот сделаем. Если что, сделаем рикошетик, применим с тобой. Если он сейчас будет прокачивать его или еще что-нибудь в этом роде. Ну, вот этого тогда в рикошет. Так, подожди, в рикошет. Вот так вот, поехали. Угу. Отлично. Так, ну что же. 5 нам нужно с тобой ставить по любасику пятерочку, да, чтобы уничтожить. Он 100% его обратно вызовет. Так что вот таким вот образом. Он этого поставит сюда, на место. Я тебе точно говорю. Поэтому нам надо будет... Вот он его поставил. Я его уничтожу. Я его сейчас уничтожу. Что там происходит? А, растение коровы, вот это вот.
А вот этого, пожалуйста, уничтожаем. Так, и вот сюда сделаем еще вот так вот. Поехали. Так, ну что у тебя там? Неуязвимость, я так понимаю, да, скорее всего? Прибыла. Ну, а мы с тобой вызываем, наверное, йети. Призовем с тобой йети вот этого. Посмотрим, что нам за карту выдадут. Кошатница. Кошатница. Так, если мы сейчас с тобой вот эту дорожку поставим, у нас будет... У нас будет с тобой проблемы. Смотри, что творит, а? Но, в принципе, я тебе скажу... Все очень даже хорошо. Так, мы можем с тобой... Двоих уничтожить. Вот таким вот образом, да? И сделать вот так вот. Поехали. Так, ему, по-моему... А, нет, не крышка. Еще не крышка, ребята. Ну, уже около того. Посмотрим, что он сейчас предпримет. Ему нужно уничтожать моих зомби полностью, потому что здесь уже... Что он там делает? Неуязвимость. Ради бога. Мои зомби все равно становятся неуязвимыми, даже если ты сейчас что-то там сделаешь. А вот это вот плохо. А, мы его сюда сместим. Так. А вот это уже плохо. Нет, все хорошо, ребята, обошлось. Поехали. Так, в минус, короче. Не-не-не-не-не. А, у него же неуязвимка, господи. Совсем забыл. Я совсем забыл, что у него неуязвимка. Ну что, 2 хп у него остается. Ох, как он делает. Ты понял? Ну мой же сейчас ударит. А, там всего лишь 1 единица. Так, что нам тут? Безумие выпадает, да? Безумие я вот сюда поставлю. Все, 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 хорош. Так, ну что, влупляем. Да ну! Трындец, блин. А че он каждый раз-то ходит? Я не понял, почему этот все время ходил? Ну вот тебе, ребята, и все. Хотел как можно быстрее, видишь, затягивается у нас с тобой поединок. Блин, а почему мне не выпало... А, отхилка у меня была, да, я ее, видимо, потратил. И зря. Ладно, орех, точнее не орех, а тень зеленый. Вот если бы у нас был бы с тобой бы фараончик бы в руке, было бы все намного лучше. Мы бы с тобой не получили бы урона. Но фараона не было, поэтому расписали меня по полной программе. Так, ну что? Вызываем этого зомби, естественно, ребят. Что еще делать? Зомби-терминатор. Я его так называю. Дальше вызовем спортивного зомби. А после можно будет и птенчика нашего позвать. Ну что ты там думаешь-то, господи? 27-й ранг, что-то там думает, сидит. Так, если у тебя горхострелы, значит у тебя есть и пенечки, верно? Хотя это, скорее всего, колода на заморозку идет. Ребята, колода на заморозку, скорее всего, точно. Будем проверять. Рикошет. Будем с тобой проверять. Точно, ребята. Это колода на заморозку. Ну что же. Надо подготавливаться. Надо подготавливаться. Сделаем вот так вот. И вот так вот.
Двоих не заморозит. Одного да, двоих вряд ли. Вот и пеньки пошли. Ну вот тебя мы как раз и отрикошетим. Так, лети отсюда. А пенек, иди сюда. Так, давай пинать их. Ну окей. Дальше мы с тобой, наверное, вот этого поставим, да? У нас, если что, есть неуязвимость. Мы можем воспользоваться ей. Есть. Плюс 2-2. Как бы вот и думай, что. Угу. Вот так он решил сделать. Все, да, на этом? Слушай-ка. Ладно, погнали. Так, еще три в лицо. Давай сделаем с тобой вот так вот. Если он сейчас заморозит его, мы, наверное, будем, скорее всего, через неуязвимость с тобой играть. Да, будем через неуязвимость. Хотя, подожди, зачем? Мы с тобой сейчас уничтожим его. Мы с тобой просто уничтожим его, да и все. Вот так вот. Угу, дальше что нам делать? Оу, у нас с тобой есть хороший гаргантюа. Но я думаю, мы поставим с тобой охотника. Мы поставим с тобой охотничка. Ну где там твои эти подснежники-то? Я не поверю, что ты без подснежников играешь. Явился, не запылился. И это все? И это все, да? Да, видимо, это все, ребята. Так, ну этого уничтожим. Этого с тобой подобьем. Окей. Угу. Ну что, давай поставим на воду тогда нашего зомби. Так, он же может по центру бомбануть, да? У него есть горошина большая, которая наносит 5. Вот, вот они явились. Явились подснежнички. Ну, хорошо, что у меня кое-что есть, да? Чтобы урона, как говорится, много не получить, мы с тобой сделаем... Ну да, лучше мы с тобой сделаем вот так вот. Отлично. Или сюда лучше поставить. Ну давай сюда влепим, фиг с ним, так уж и быть. Так, что там у тебя? Супер большая горошина, да? Супер большая горошина у тебя там, наверняка. Так, ну что, у нас есть челюсти. Мы с тобой сделаем вот так. Пускай замораживает надгробия эти. Нет, не стал. А чё ж так? Чё ж так плохо-то? О, даже как. О, даже как. Хопа. Так, что мы с тобой можем переместить этого? Куда? Давай, наверное, туда его перебросим. Так, что мы с тобой можем уничтожить? Вот этого, в принципе, да? Так, сделаем. Будет идеально. Поехали. Ага. Стреляет, выпендривается еще. Король у нас с тобой появился. Давай я вот так вот сделаю. Где там твой пенек? Я больше уверен, что он у тебя есть. А, замораживает зомби. Этого прокачивает. Ну, хорошо.
Все, поехали. Так, ну этому крышка, как ты понимаешь. Ему уже здесь ничего не спасет. Так, у нас с тобой есть еще и медик. Ну, давай вот сюда вот. И вот так вот поставим короля. Ну и что ты? Опа, а вот это плохо, ребята. Вот это я лопухнулся, если честно. А, рикошет священного зомби. Блин, и надо же рикошет сделать. Ну мы с тобой этого подобьем, этого подобьем. Окей. То есть у него остается... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Парень, а ты в курсе, что ты попал? Я, правда, не знаю, что у него там может быть. Подснежник. Ну вот и все. Погнали. Так. Да-да-да-да-да, мечтай. Ход зомби. Я пропускаю ход, ребята, конечно же. Подснежнички, да? Вот они, ребята, у него вначале, оказывается, были карты на заморозки всякие, да? А уже потом пошли, в самом конце пошли подснежники. То есть, ну, не фартануло ему, одним словом. Так, давай уничтожим. И вот так вот сделаем. Ну что, посмотрим. Все. Не стал выставлять свою последнюю карту. Ну что там придумаешь? Заморозку. Ой-ой-ой, вытягивает карту. Господи, я боюсь, ребята. Все, ему крышка. Блин, оттянул только на одну. На одну, ребята, победу. Ну что, мы с тобой получаем звездочку. Блин, дайте мне еще одну звезду, чтобы я уже пришел в конце концов на 22 ранг, а? Ну, хорош был, конечно, хороший чувак. Он мог бы, конечно, здесь на самом деле мне здесь такую трепку сделать, если бы у него шли бы равномерно подсолнухи вместе с картами на заморозку. Тогда бы да, он бы меня тут вздрючил. А так как он начал вначале заморозками своими использоваться, да? Всякими перцами и тому подобное. И все, ребята, из-за этого он и встрял. Твою ж налево. Псих-одиночка явился нам. Твою же маковку. За каждую линию по 2 урона наносит. Кстати, мы с тобой давненько не играли в ПВЗ 3. Так, ну что он там? Ну вот, 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 смотри, видишь, что он делает? Сразу же. Псих этот. 14 хп мне оставил, а? Засранец. А мне и поставить нечего, понимаешь? Приходится вот это вот терпеть, унижение. Опа. Это что еще за фокусы? Блин. Я и не знаю, что сделать. Давай, наверное, вот так вот. Колизей. Колизей это, конечно, хорошо, но... Безумие. Ой-ой-ой-ой-ой. Он еще эту фигню выставил здесь, посмотри. Он хочет его прокачивать. О, есть хорошая, кстати, у нас с тобой штука. Вот это вот. Ну-ка, проверим. Опа. Видишь, какой шитик тут появился у него. Ну, ты понимаешь, да, что мы с тобой... Оу, еще вот этот вот. Так, давай-ка уничтожай вот этих всех хлопцев. Так, мы с тобой сейчас сделаем, знаешь что? Вот этот уничтожим. И, наверное, сделаем... Вот так.
Поехали. Так будет эффективнее. Угу. Если я сделаю вот так. И вот так. Что он будет делать? Крокодил. Странно. Ладно, фиг с ним. Так, мне дадут? Хилочку дадут? Далее, отлично. Хиляемся. Но этому крышка, крокодилу. Хотя, подожди, как мы ему сделаем крышку, если я не смогу применить заклинание? Ведь не смогу же, да? Нет, могу. Все, могу. Все, все отлично, ребята. Минус крокодильчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как ты меня напугал-то, парень. Ё-моё. И это все? Дело твое, парень, как скажешь. Поехали. Так, подожди, что он там может сделать? Я не помню. Да не... Подожди-ка, а что мы его не добили-то? Что за недобитыш? Ладно, это ничего страшного, ребят. Все равно мы можем с вами сделать неуязвимку. 4, да? На 4 сделаем с тобой неуязвимочку здесь. И поставим амфибию. Вот так вот. Смотрим. Ой-ой-ой. 5-4, да? Блин. Да ты достал уже перемещать своих зомбарей. Моих, точнее, зомбарей. Ну что на этот раз ты там нашел себе? Бонус на атаку. Как скажешь, парень. Бонусная атака, так бонусная атака. Так, ну что, у тебя 4 хп, я смотрю, осталось, да, парень? У тебя осталось 4 хп. Что сделать-то, я не знаю. Ну давай вот так вот, наверное, сделаем с тобой. На всякий случай, да? И... вот так. Ну что ты там задергался, а? Бонгчой. Ой-ой-ой. 5-4, надо же. Нет. Вот этого, конечно, понижай. Поехали. Ну да. Вжарил, да, все-таки? Ну что, мы ему крышку сделаем или нет? Сделали. Все у нас хорошо, ребята. Все отлично просто получилось. Ну вот, мы с тобой и в золотой лиге. Точнее, не в золотой лиге, а в 21 ранге. 25 гемов. Ну что, я хотел сыграть один бой за растение, да? Поехали. Сила перца, друзья мои. Никак по-другому нельзя. Так почему называется сила перца, я не знаю. За растение, я еще раз говорю, очень плохо у меня получается играть. Очень плохо. К ним нужно привыкать. Ой-ой-ой, надавали-то мне тут чего? Всякого. Поехали. Колода, опять же, ребята, лепил просто наугад. Ну, хотел сделать хил-колоду, как ты понимаешь, но это не она. Она наполовину хил-колода, так что и, как всегда, против меня разгром. Опа, опа, опачки. Смотри, что делает. А ну-ка. Вот так вот. Ну что, поехали.
Разгромчик тут что-то чудит, да, у нас? Так, а вот это уже знакомо. Уничтожает здесь раз... зомби здесь, блин. Как мне сделать-то, а? Так, переместить растение. Блин, вытягиваем карту. Ну, давай вот так вот сделаю. Фиг с ним. Это же Гаргантюа, по-моему, на один... А, на два меньше. На два меньше. Да? Плохо. Плохо наши дела. Вот, начинается призыв гаргантюашек. Так, ну что, я могу пока неуязвимку, наверное, активировать, верно? Верно. Активируем с тобой неуязвимочку. Так. Уничтожает зомби здесь. Синтез, да? Да блин, как быть-то, а? Пока никак, ребята. Пока никак. Ну, предположим. Что дальше нам с тобой делать? Угу. Начинает вызывать Гаргантюа, понятное дело. Так, если я поставлю... Блин, если я поставлю сюда, это фигня получается. Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. И вот так вот. Пока. Ну что, у тебя ноль энергии? Что ты там думаешь-то? В плане. Откуда? Почему ноль-то? А, у него же этот магический... Понятно. Чё? Это что такое-то? Я не понял. Все, ребята, врубился. Что это за чудик? Так, ну что, вот сюда, наверное, поставим. Но с этими мне уже, наверное, не справиться, ребят. Тут трэш. Тут какой-то трэш у нас пошел. Так, орехи, орехи, это все понятно, что с орехами. Так, этого надо, наверное, нам нужно с тобой в первую очередь будет бомбануть. Хотя я, наверное, лучше сделаю, знаешь, как... Вот так вот. И что я сделал, блин, скажи-ка мне на милость. Бомбанул тоже. Так, этого мы вот сюда вот поставим. К примеру. Блин, ну здесь, конечно... А, нет, он не пробьет, да? У него 5-7. У него там еще куча гаргантюа. Вот это вот надо погонь уничтожить как-то. Че там у него? Да, это фигня. Фигня, но все равно неприятно. Кактус. Кактус. Ну, как тусенка, мы, наверное, с тобой поставим вот сюда. Блин, куда ты его?
Так, давай перемещай его. Таким вот образом. Ну, фига. И вот так вот. Посмотрим, что он там придумает сейчас. Ну, здесь я проиграл, ребята. Понятное дело, что... Жесть. Колода, моя колода к этому не была готова. Опять же скажу, что это была сборка солянка. Ну, что ты там задумался-то опять? У меня все равно хп мало. Сейчас ты пробьешь. Этого уничтожишь, этого уничтожишь. Что тут думать? Он даже как решил сделать, а? Все, кранты. Я специально, ребята, сыграть решил за растение, потому что, ну, по крайней мере, здесь я ничего... А, нет, я трачу, да. Но не ниже я не спущусь. Так, давай дальше попробуем еще разок. Сила перца. Играть. Фиговенько, конечно, получается, но надо привыкать. Это надо очень долго играть, ребят. Именно за растение. Так, ну что у нас тут? Уху-ху-ху. Ну вы серьезно, что ли, блин? Ну, это халява, ребята, какая-то просто-напросто улыбнулась мне, так скажем. Просто халява. Так, ладно, давай еще разок. Так, Остапик. Слушай, по-моему, это наш. Наш русский россиянин Остапик. Ну, в принципе, как бы неплохие карты, ребят, неплохие. Но вот мне бы, блин, мне бы раннюю какую-нибудь игру, ты понимаешь? Раннюю, у меня нет карт там, 1, 2, я не могу понять, где они все. С этим мы давно не дрались, с ржавым-то. Ну, дадут мне что-нибудь хорошее, норм... Их, красоты, ну ладно, ягода, пускай будет ягода, фиг с ним. Пропускаем. А он-то что пропускает? Не понимаю я его. Так, ну что, будет ставить что-нибудь? Отлично. То, что нужно. Давай вот так вот сделаем. Так, 4-7. Окей. Так, он сейчас, ребят, что-нибудь влепит. Ничего не стал влеплять. Заклинаха, что ли, у него там? За 4 энергии. Заклинаху хочет применить. Ага. Бесенка этого вызывает. Ладно, пускай будет так. Пускай будет так. 8-5 у нас уже. Что он будет делать? Смотрим, друзья мои. Так, у нас есть с тобой орех. Пират позвал. Он позвал пирата. А мы с тобой сделаем вот так. Блин. Немножко не тот. Да ладно, в принципе, сгодится. Пират же этот ничего не вызывает? Нет? Че он там? Усы пират-зомби. Уничтожил, да, все-таки. Ладушки. Двигаемся с тобой дальше. Да ладно. Будет здесь мне тоже выпендриваться еще. Так, 7. Ребята, 7 энергии. Уничтожает всех растений и зомби на земле. Вот даже как. Вот даже как, индюшечка. Плюс этот.
Три энергии себе оставил на запасик, да? Значит, говоришь. На запасик ты себе оставил, да? Ну, если я вот так вот сделаю. К примеру. Что ты там будешь предпринимать? У меня только один вариант, ребята. Восстановить кому-нибудь здоровье. Больше ничего я не смогу сделать. Наносит зомби, ага, бонусную атаку. Так, он объедки там, по-моему, да, берет? Ничего он не берет. Нет, все-таки он что-то взял. Что-то он все-таки там себе взял. Ага, вытягивает карту. У него все на доборах, какая-то ерунда, ребят. На доборах, доборах, ладно, пускай. Пускай ныкает, фиг с ним. Пускай ныкает, ладно. Нам мы с тобой сделаем тогда вот так вот. Посмотрим. Окей. Вот так вот, да, значит. Ну что же, понеслась. Тут, конечно, он пробьет, получит урона. Это вот, этот выживет, а этого уничтожим с тобой. Все зомби получают плюс один. Хорошо. Все зомби получают плюс один. Так. Что ты дальше сделаешь? Этого мы можем ананасовой бомбой взорвать. Это для нас ерунда, ребят. Медика. Этого я решил подлечить. Все в твоих руках. Так, этого шитика нафиг. В отстой. Давай, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Нормуль. Посмотрим просто, что он будет делать. Вытягиваешь две карты. Я говорю, ребята, у него все на доборах. Все на доборах. Да. Орех уничтожить решил. Ладно. Уничтожай орех. Понеслась. Так. Теперь этот паршивец меня будет, да, доколупывать. Вот там лечить ты собрался. А, этого, ладно. Вот так ты решил. Хорошо, убирай там всех. Так, ну а мы с тобой что? Мы с тобой что-нибудь уничтожим. Давай вот это вот. О, как удачно. Давай вот сюда поставим. Так, а этого мы сюда сместим. Плюс поставим орех на воду. Вот так вот. Угу. Все? Да, ради бога, уничтожай. Ну, понеслась. Так. В руку мы авокадо с тобой забрали. Блин, а что у него там? Что у него за карта может быть? Я не помню, если честно. Так, у меня еще один, да, выпал. И это очень хорошо. Ну что ты там опять думаешь? Думаешь, как бы уничтожить мне этого, да? Ничего не получится у тебя. Задергался, задергался. Так. Начало хода превращения в астракада. Да ладно. Опа. Опа. Согласись, это было жестко. На тебе, гад. Понял.
Так, сделаем. Поехали. Все? Даже ничего не сделал. Окей. Так, ну что, Колизейчик. Опять хиляешься. Оу, даже как. 13.5. 13.5. Так, ну ладно, уничтожаем этого гаврика. Таким вот образом. Ну что, осмотрим. Чего там растение получает? Не понял, сколько получает растение? Минус. Минус 3. Ну, это плоховато, конечно. Это плоховато. Так, ладно, смотрим, что он там дальше будет выставлять. У нас есть, если что, защитник. Но, опять же, если у него есть что-то уничтожительное такое, да, то нам крышка. Но мы можем с тобой переместить растение и вытянуть карту. Ну, что ты там опять задумался? Мы можем, в принципе, прикрыть наш авокадо даже, если потребуется. Так, он что, решил сдаться, что ли? Да ну, бред какой-то. Да ну! Ты серьезно, что ли, парень? Неужели у тебя так все плохо в руках там, что ты решил сдаться? Да, друзья мои, он сдался. Но мне кажется, он мог бы меня, конечно, победить. Мог бы, но не захотел. Ну что, как-то вот так у нас получилось. Давай мы с тобой тогда доиграем за нашего разгрома. Попробуем. Как говорится, еще победку сделать и перейти уже, наверное, может быть, на 23 ранг. Если нам фартанет, то мы с тобой там окажемся. Если нет, то нам придется еще с тобой попыхтеть. Ну неужели? У нас одинаковые ранги. 22 против 22. Окей. В принципе, рука такая неплохая, да? Поехали. Оставлю все как есть. Я знаю, друзья мои, у меня нету ранней игры. Но зато есть игра, начиная с трех. А уже даже с двух. Поэтому начнем. Хочу посмотреть, что у него там. Я как вот только вижу, какие первые карты начинает выкладывать противник, уже приблизительно начинаю догадываться, что он имеет в виду. Какие именно... Какую именно колоду он использует. Так, неужели на... Твою ж, налево, а? 4-3, да? Ну, усилялку он потратил, потратил. Так что, ребята, мы с вами сделаем вот так вот, следующий ход. Замечательно. В принципе, два спортсмена, считай, за 4 магии, за 4 энергии, ребят. Двух спортсменов вытащим и две карты еще получим в плюсик. Я думаю, что это неплохой розыгрыш будет. Главное, этот... Репейник или кто он там? Блин, он его прокачивает. Ну ладно, фиг с ним. Давай здесь потратимся. Грибочки несчастные. Так, сделаем с собой... Сейчас, наверное... По-другому. Вот так вот сделаю. И вот так вот. Тут уже 100% гарантия была. Ох. Гаргантюа... Нет, это не Гаргантюа, это... Зомби Посейдон, или как его там величать-то? Чемпион с наживкой. Чемпион с наживкой, вот так вот. Слушай, у него может быть горошина, кстати. Я совсем про нее забыл, он по центру может ее сейчас выпустить. М-м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 
Ох, ё-моё. 8 в лицо, это, конечно, больно. 8 в лицо, да? Ну, давай так сделаем. Так, что мы с тобой можем здесь предпринять? Сумоист есть. Уничтожает всех растений 2 или ниже. 2 или ниже. Давай вот так вот сделаем. Пропустим ход. Блин. Ну ладно, в любом случае мы с тобой сможем на пенек применить аэрозольку. Так даже будет лучше. Так даже будет лучше, поверь мне. А этого перетянем под сумоиста. Блин, никого мы уже не перетянем под сумоиста. Ну, в любом случае, этого уберем вот сюда. Так, а теперь уничтожаем всех, практически кроме этого. Вот таким вот раскладиком мы с тобой сделаем. Я думаю, это нормуль. Нормуль получилось. Все отлично, ребят. Так, ну что... Давай дальше так сделаем. О, неплохая карта. Чувак с энергетиком. Я, наверное, его сюда поставлю. И... Да и все пока. Пока все, ребят. Ну что же, смотрим, что он там будет сейчас делать. Ты достал уже, а? Ой-ой-ой-ой-ой, кто тут у нас появился? Ты посмотри, а? Блин, зачем ты так убежал далеко? Вот объясни мне, а? Ну что, поехали? Пиу! На тебе еще. Так, горошина, да? У тебя горошина, я знаю. Можешь даже не прикидываться. А, рикошет. Слушай, ну рикошет это тоже хорошо, кстати. Вот оно как, да? Ну что, мы здесь с тобой вот так вот применяем. Уничтожай этого хлопца. Вот так вот. Ну и плюс вызываем с тобой йети. Неплохая карта, кстати. Смотрим на его отчет. У него может быть что? Горошина в руках. О, вот он что. О, даже как. 3-7. Слушай, ну неплохо. Неплохо, я тебе скажу, но недостаточно хорошо. Потому что у меня остался один чудик, которого ты видишь, да? И он делает вот такие прекрасные вещи. Вот и все. Плюс есть еще король, с которым тоже лучше не шутить. Король сейчас будет нам плодить с тобой либо рыцарей, либо кого он там еще делает. Мне кажется, он сейчас... Да... Нет, пенек. Пенек, ребята, выстрел. Прикрыться решил, да? Ладно. Прикрылся. Хорошо. Так, ну давай, король, кого ты нам... Рыцари, да, все-таки? Ну, что я могу тебе сказать? Я могу поставить вот так... И я могу поставить вот так. Я думаю, этого более чем достаточно, чтобы нам выстоять здесь. О, ты хорошо придумал, парень. Ну вот и все. Песенка его спета. Да, ребята? Ну, а мы с вами получаем наш долгожданный ранг следующий. Да? 23-й. Прекрасно, прекрасно мы сегодня поиграли. Мне очень понравилось. Не знаю, как вам, друзья мои, пишите в комментариях. Вот так вот. И 25 гемов. Кстати, сколько у нас стоит, чтобы купить нового героя? Давай посмотрим, где они вообще покупаются у нас. Ты помнишь? Я вот забыл. Так, праздничная битва. Это не в наборах ли случайно? Наборы...
Так, самоцветы, нет, не то. А где же тогда у нас? А, подожди-ка секундочку, это... Да нет. Как-то там выбирается у нас... Где... А, где выбор этих? Выбор зомби, по-моему, да? Выбор героя, по-моему, там вот. Сколько ты... Подожди, почему я не могу? Блин, это не то все. Твою же налево, прикинь, я забыл, как купить персонажа. По-моему, нам хватает с тобой. Может быть, в коллекции? Может, надо в коллекцию? Вот, вот, ребят, в коллекции, конечно же. Смотри-ка, мы с тобой можем купить Цитрона. Нет, 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 давай вначале мы за зомби всех купим, да? За кого бы нам... Давай возьмем с тобой, блин, Заморозга. Почему-то этого, ребят, нельзя купить, а? Он вообще хоть у кого-нибудь есть? Вот напишите мне в комментариях, я ни разу его не видел. Вообще ни разу, мне кажется, его нельзя, или он будет открываться. Причем, смотри, здесь очень много мест под новых каких-то зомби, героев. Ладно, давай возьмем с тобой Заморозга. Я обещал тратить, да? Как только накопим на нового героя. Надо слово держать. Так, мега редкие. Кошатница. И герой гарантированный. Отлично. Ну, как-то так. Получить и расписаться. Познакомьтесь с Заморозгом. Снежный человек никогда не мерзнет. Ему просто всегда прохладно. Зато жара ему вообще не страшна. Замороженные стоят. Ну вот как-то так. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.